Разрешите благословить владыку. Присаживайся, отец Александр. Чайку попей. Здравствуйте, отцы. С праздником. Как военное время заведено, по вашему приказанию прибыл. А мы как раз о тебе говорили. Обо мне? Вот ведь нашли предмет. Загадали мы. Кто первым войдет, тот и будет первым священником Псковской православной миссии. Вот как. Ну, загад не бывает богат. И что это за миссия такая? Возродить на Псковщине православие. С помощью немцев? Нехорошо. Храмы возродить, конечно, надо бы. И народ без церкви тоскует. Но при немцах...